Привет, ребята, у нас уже вечер. Я нахожусь в парке рядом с моим домом, в котором сейчас ни души, кроме полицейского за мной. Там полицейская машина стоит. И впереди бездомный, он здесь ночует. Я не собирался, в принципе, делать никакой влог сегодня или снимать видео. Просто я решил начать блог о Лос-Анджелесе, о Южном Лос-Анджелесе. Он будет на английском языке, и, в принципе, в нем будут места, которые... Наверное, людям, кто не из Лос-Анджелеса, они, в принципе, им неинтересны будут. То есть, например, вот я сейчас покажу парк в этом видео и выложу фотографии этого парка в своем блоге. Думаю, вам он неинтересен будет, а тем, кто здесь живет или кто когда-то здесь жил, им будет интересно посмотреть на свой парк. То есть, и так как я сюда пришел немного поподтягиваться, поделать какие-то упражнения и заодно пофотографировать для своего влога, решил еще и видео снять. И у меня, скорее всего, будет еще канал на английском. У меня есть один канал, но будет еще один канал чисто для моего блога. То есть там будут видео, просто как бы видео, изображения без каких-то моих комментариев. То есть это будет такой блог чисто для людей, которые здесь жили или там живут. А многие интересные вещи, которые, как бы, я знаю, вам интересны, они будут также в моих обычных блогах. Но если есть желание, можете посмотреть потом мой этот блог, который я еще не начал, но планирую начать. Я выложу под видео ссылку. И сейчас покажу вам момент из... те моменты, когда я фотографировал... Нет. Покажу те места, которые я фотографировал для сегодняшнего блога. Так как они и так уже сняты, думаю, может, кому-то будет интересно на них посмотреть. То видео, которое я сейчас показал, это примерно то, что будет в моих блогах английских. Поэтому это будет на отдельном канале, потому что там у меня есть канал на русском языке, на английском, где влоги, а это будет чисто отдельный канал с коротенькими видео, и все эти видео будут только идти в мой блог. Чтобы не перемешивать, знаете, чтобы на моем канале на русском не было кучи всего подряд. То есть поэтому будет отдельный канал. Для того, чтобы, если кому-то интересно такие видео смотреть, они смогут смотреть их. Кому нет, чтобы эти видео не мешали людям, кто уже подписан на мой основной канал. Всем спасибо, что смотрите мои видео. Я уже, как вы поняли, дома. Парк буквально в одной минуте от ходьбы от моего дома. Я там иногда занимаюсь. Просто сегодня шел дождь. Поэтому я выбрал его, но обычно я бегаю в другие места, потому что на этой площадке очень невысокий турник. И на нем неудобно делать подтягивания.
есть площадки с более высокими турниками. Буквально, может, в 15 минутах бега от моего дома. Поэтому обычно я на них бегаю, но вот из-за дождя решил подтягиваться в парке. А плюс еще, почему я решил сегодня фотографировать, потому что в парке вообще не было ни души. Это всегда лучше, потому что если ты снимаешь видео, фотографируешь, лучше, чтобы в них не было детей, там, взрослых, потому что ты, в принципе, особо право, представляешь, ты приходишь в парк и начинаешь фотографировать, и там дети вокруг, то это мало кому нравится. Поэтому я стараюсь, чтобы в моих видео особо чужих людей не было видно. Поэтому сегодня была идеальная погода для этого, дождь всех прогнал. Еще раз спасибо, что смотрите мои видео, всем пока и увидимся в следующем блоге. And I only got one question.